Эй, ну здорово, бандиты. Что, продолжаем исследовать вселенную киберпанк. Только что вызвал свою машину. Привет! Здорово. Это я! Ну тот, которого ты... Тот тип с дымящимся хером. Ну, в общем, да. Короче, звони сказать, что перевел деньги. Спасибо. Не-не, это тебе спасибо. Если бы не ты, я бы... Ух! Не за что. Жги дальше, жеребец. Бля, вызываю машину нахер. Она по той улице соседней. Уезжает от меня в ту сторону. Я подумал, какой-то баг. И после вызова автомобиля она едет в какую-то непонятную сторону. Но она приехала все-таки ко мне. Че-то зачем-то вид переключен. Это че, киберпанк? Кто-то играет помимо меня, что ли, а? Да ладно, быть того не может. Че-то, блин. Решил пробовать с RTX поиграть, и мне визуально прям не нравится вообще. Ну давайте вот смотрим на картину. Машина стоит в лучах света солнечного. И мы вырубаем трассировку лучей. Машина по-прежнему стоит в лучах солнечного света. По-прежнему все красиво. Ну зато как игра-то идет плавненько, как хорошо. Все по-прежнему прекрасно и шикарно. И нет вот этого блюра при повороте камеры. Непонятно. Опа, что это такое? Это организованная преступность. А это кто? Бросаю! Так, у этого замыкания вызовем. Пульки странно летят, да? Вообще не точно в центр по прицелу. Так, пошел-ка ты нахер. Эй, типок, ты чё? Ты вообще на робота похож. Ага, прям по яйцам. Так, я чё-то не понимаю, я стреляю прямо в него, а... Где урон-то, блядь? Так, отлично. Хорошо. За гомункул здесь лежит. А, вот ты где, значит. Ага. Отлично. Минус на транер, который нас доставал. Ох, у меня небольшое счастье. Тут чутка приболел. Да, и теперь можно посидеть дома. И никуда не ходить. Ищите во всем плюсы, господа. Поэтому скайпом сегодня проходим все, что у нас накопилось. Ну вы посмотрите, какая красота. Вот нахер этот самый RTX вонючий. Это все просто маркетинговый ход, на самом деле. Да я ж тебя убил только что. Вот теперь точно. Без него все выглядит гораздо лучше. Прям.
У вас что, сходка айтишников, что ли, я понять? Ты чё? Нормально, у тебя там в комплекте был ништяк очков. О, тут, кстати, по-моему, у одного из этих бандитов будет винтовочка, из которой меня сейчас убьют. Поэтому надо дать дёру отсюда. Вообще, давайте соберем все, что там валяется. То, что мы забыли взять, подобрать. Здесь что-то было. Тоже мы кого-то вальнули, но вероятно здесь все прошли уже. А пойдем дальше с ними разбираться. Музыка закончилась, типа, ну все. Как бы, но не тут-то было. Мы еще далеко не все. Молить, чтобы я вас не нашел. Орет он там. А я-то вас нашел, получается. Раз. Два. Три. Четыре. И... Финалочек. Да блин, куда летят снаряды? У всех этих... Соберись! Обезвредить преступников. Да я пытаюсь изо всех сил, блин. Да они не особо хотят обезвреживаться. Там еще один где-то есть. Правильно, правильно. Сейчас мы его найдем. Так, если бодрая музыка заканчивается, значит мы всех, вероятнее всего, уже замочили. Угу. Мужик, ты как, нормально? Ага. Повис он тут. О, вау, ебой. Ну, все. Вот эта винтовочка, которая у нас сейчас. Она идет нахер. Потому что мы нашли, что правильно, СВ-32. А хотя, подождите-ка. Не, ну урон выше. Мы же с этой сравниваем, правильно? Оп, так. Прицельчик тут. Не, ну мне вот эта винтовка просто по своей аутентичности она нравится гораздо больше. Так, теперь надо бы сравнить. А, нет, пистолет-пулемет у нас четенький. Да. Прям пиздатый такой. Классненький. Это мы, грубо говоря, нашли слона. Купи слона. Ой. Это он так на лестницу напал. Занимает, правда, на пол экрана, блин. Так, поглядим. Ну, товарищ вообще отдыхает. Хорошо. Там вот наверху были какие-то чепухи, которых мы завалили. Почему так мало всего по карте раскидано? Так же неинтересно. Я очень люблю ходить и заниматься собирательством. Это как собирать грибы, как собирать ягоды. Хотя нет, ягоды я собирать не очень люблю. Это долго. Они маленькие и долго заполняют корзинку, поэтому меня это бесит. Вот. Теперь вообще ничего нет по карте.
Так, ну ладно, надо найти способ подняться наверх, потому что там наверху у нас лежат какие-то ништяки, которые упали с этих типов. Может, через лестницу здесь как-то? По этим вроде бы строительным лесам? Uno momento. Мне надо подвинуть ковричек. Так, я что-то вообще не врубаюсь. Бля. Понятно. Вот оно где. Лестничка. Лестница. Угу. Очень хорошо. Так, по верхам вроде никого не было. Да здесь, кстати, мне что, показалось, что ли? Нет, я точно видел, что там были чуваки наверху. Где-то здесь. А их не было, оказывается. Ну и хуй с ним. В таком случае сваливаем отсюда. Вау, чё за лайба стоит? Чё за аппарат? Дружище. Внимание всем. Нарушение общественного порядка в Уотсоне. Да, на нарушение. Связи 331. Выезжай, диспетчер. Но мне просто, я просто хочу тест-драйв не выйти. Я даже царапать ее не буду. Возобновите поиски. Я очень аккуратно. Еп! Вы чё, нахуй? Сведения разосланы. Ты чё, нахуй? Бля. О, хрена. Я просто взял покататься машину. У вас убийство на каждом шагу, а вы тут за каким-то автоугольщиком решили поездить. Вот, правильно. Кого-то убили, расследуйте. Все. А, меня не трогайте. Ну да, поцарапал немного. Ну, я же ему все компенсирую, я ему скажу, чувак, прости. И он простит, понимаете? Внимание, порядок восстановлен. О, всем заебись. Нарядам вернуться к патрулированию. Блин, не хватает как в GTA-шке заехать в какой-нибудь салончик, чтобы там машину отремонтировали, и ты был снова на новой машине. Бля, вот эти вот квадры мне очень нравятся. Вот она перед нами. Напоминает какой-то Dodge Challenger, но более новый. Так, а что у нас по случайным событиям? О, разбой. Едем на нашей новой машинке спасать жопы копов, которые только что пытались нас убить вообще-то. Сейчас я вам покажу мощь снайперской винтовки Сварград. Смотрите. Ну чё? На-на. Бам! Ой, не в того. Это ты зря делаешь. Перезарядка долгая, конечно. Писец просто. Ебой. Все. На всякий случай возьмем дробовичок. Так, ну вдруг тут кто-то еще нарисуется, и мы в упор сразу. Надо пока. Ну а тут еще полицейский лежит диплога. А всем отрядам, маленький Китай, склад номер 344, 459, взлом, 1033, включение сигнализации, 1066, подозрительные лица. Да, подозрительные. Я вот
прикола понять не могу. Что за хуета с кровью? Почему она иногда белая, иногда красная? Вот здесь она красная, да? Вот красная же. Да, он уже вообще не реагирует. То есть он уже был здесь. Не, мне как бы по барабану, какого она будет цвета. Вот этого точно мы убили. Вот в него стреляешь, его прям разрывает на кусочки, у него вроде как все нормального цвета. Почему, блять, у некоторых она белая? Это что, типа частичная цензура, что ли? Так, способности новые. Что-то мы технику прям вкачали мощно, да? Давайте силу прокачаем. Скорость восстановления здоровья повышается на 1% за каждый потерянный процент запаса здоровья. Звучит интересно. То есть получается, теряешь 1%, и у тебя скорость восполнения здоровья повышается на 1%. То есть, соответственно, когда у тебя очень мало здоровья, она очень быстро восполняется. Ну, это в моих влажных мечтах. Задание выполнено. Сейчас мы еще тут деньжат пофармим маленько. Е9БД. Так, ну начнем, значит, вот с этого. Сука. Ладно, давай. Вот так. А, и все. А тут уже все. А все уже. Сука, блядь. Ну и ладно. Прочитайте внимательно. Эта новая штука должна паузнуть сигнализацию на 30 минут. Как раз чтобы вы все спокойно упаковали и свалили до приезда полиции. Напоминаю, чтобы все прошло как надо, нужно одновременно включить штуку и отключить электричество в здании. Повторяю, одновременно. Иначе все пойдет по пизде. Доходчиво и понятно. Доходчиво и понятно, да. Так, только что пресекли преступление. Возвращаемся в нашу лайбочку. С красно-белым салоном таким. Красивеньким. Там произошло что-то непонятное. Наверное, я там проезжал, поэтому там такая дичь. И снова прям рядом с нами находится какой-то разбой. А, эти просто хулиганье стоит. Вот это был пап. Нормально. Вы только послушайте. Вообще. Правда, это только ощущение по звуку. Итак. Сперва сделаем запрос. Затем у ближайшего перезагрузку оптики. И сразу валим всем. Хорошо, все в порядке. Кренка? Да ты-то за что меня? Я же тут борюсь с преступностью. Бэтмена тоже будешь стрелять, да? Он выкашивает. Отлично. Да, потому что это СВД град, которая может херачить сквозь стены. Ой, а куда выстрел пришелся? Секунду, перезаряжусь! Так, это вот тут вообще было опрометчиво. Иди сюда, нахуй. Ушлеп. На-на. Видал? Так, ну все. Вроде бы все, кроме долбанутого полицейского, который решил нас пострелять. Так. Необходимо перезарядить нашу винтовочку. Я совсем забыл, что она умеет
сквозь стены, сквозь объекты разные простреливать. Это охуительная фича. Ты делаешь запрос и просто сквозь все нахуй простреливаешь. Это просто убийца, это имба. Это как пистолет Джонни Сильверхенда, который при прицеливании тоже может сквозь стены стрелять. Так, вроде бы все подняли. Осталось вот ту штучку, которая по зданию нам предназначена, подобрать. Йоп. Блин, вот патроны, они не жалеют. Типа на низкой сложности патроны не были так часто раскиданы. Ага, 2600, отлично. Денежку собираем потихонечку. Я бы даже сказал, семимильными шагами собираем денежку. Еще я знаю, что если проходить эти самые соревнования по рукопашному бою... Да, бля, опять не туда попал. То там в одном из боев можно, короче, выкупить СВД-град какую-то редкую. Какую-то штуку нашли. Так, ну с этим местом покончено. Так, ну да, кроме этого. Алехандро и Анохель. Ты там как? Тебя отпустили? Очень смешно. До сих пор на работе сижу. Чувак, позвоночник это не шутки. Надо тебя... Надо, чтобы тебя Риппер посмотрел. Точно не сегодня. Обещали кучу товара под разгрузку. Сервера вроде, хрупкая техника. Нужно много людей. Тогда завтра. Завтра точно. Спасибо, что не забываешь. Вот это да. Йо, аппарат вообще годный, конечно. Так, ну, винтовочку Град я точно менять уже ни на что не буду. Поэтому мы ее по-любому оставляем, а остальное, наверное, продать можно. Так, давайте сгоняем, посмотрим, что нам уготовила судьба. Это дом, там подниматься долго до магазина с пистолетами. И тем более там какой-то кореш работает. Соответственно, задорого ему не продашь. Здесь вообще заказ где-то под водой. Ну, это, кстати, интересно. Давайте туда съездим. Вот, кстати, обратите внимание на карту. Типа, вот сейчас она приближена. И когда начинаешь ускоряться, типа, масштаб карты увеличивается, чтобы ты, блядь, видел, нахуй, где будет следующий поворот. А не как Far Cry, всегда супер близко, сука. Там всегда эти повороты прям внезапно наступают. Так, а нам понизу или повер? По-моему, понизу. Я самый аккуратный водитель в Night City. Да, абсолютно. Показывает поворот направо. Ага. Супер резкий поворот направо. Поворот под 90 градусов направо. Обогнать тут малолитражку. Матис, подвинься. Ой, я сорян, короче, извиняюсь. Первый день за рулем. Права еще не выдали, поэтому ездить не умею. Как только права выдадут, сразу научусь. Так, снова направо. Вау, вот это я бодро в поворот зашел. Тут тоже практически чисто. Ну, нормально. Вполне себе приемлемо. Приехал
крейсер из Советского Союза. Мой клиент хочет познакомиться с ним поближе. Из Советского Союза. Съезди в Кабуки, поставь геотатчик на тачку дорогого товарища. Ой, бля. Это автобус притащил с собой из страны Советов. Почитай подробности. Ёперный театр, я помню это задание. Я с ним тогда вообще просто задрался на... Ой. Это, блядь, вообще не весело. Я еще так беспалевно подъехал к ним, типа, они такие увидели меня и думают, наверное. Ничего себе, дружище, ты запарковался. Ну, давайте пойдем, что ли, это аккуратно как-то. Тут робот повсюду, камеры ебучие. Ну, давай, погнали. Ну, не, в целом и в общем и целом, тут достаточно легко. Камеру можно выключить частично. Более, если меня коротковременно кто-то увидит, то я думаю, в этом нет ничего страшного. Технику я нормально уже прокачал. А тут я могу пролезть, да? Это хорошо. Здесь я чувствую себя в безопасности. Ебать, как красиво, нахуй. Красиво. Опа. Камеру вырубай. Это мусорный бак. Давайте мы его спрячем. Так, мне нужен запрос. Так, он же меня не увидел. Правильно? Правильно. Я же в приседе, и меня не видно. Отвернись, сука. Отвернись нахуй, блядь. Ой, блядь. Пиздос, что делать? Что делать? Отлично, он отвернулся. Не-не-не-не-не-не-не. Чувак, тебе показалось. Давай. Больше местных новостей после паузы. Какого черта? Какого черта? Что там происходит? Ой, блядь. Уйди нахуй отсюда. Нарушителей не обнаружено. Да у тебя просто аппаратура. Еп. Японский бог. Это была вынужденная мера, чувак. Прости. Я не хотел тебя убивать. Только что он меня увидел. Тот тоже меня как будто бы увидел. Значит, вот того сверху надо как-то отвлечь. Хотя мы в целом похуй. А этого мы можем отвлечь вот таким вот образом. Еще раз. Давай. Пойди посмотри, что там.
Какого черта? Установили. Теперь надо отсюда технично съебаться. Да, но вот те типы, которые там справа, они вообще не хотят отсюда уходить. Почему я не могу к лампе подключиться, например? Да, блядь. Сука, чем тебя отвлечь, нахуй? Он стоит на одном месте всегда. Плюс рядом с ним еще чуваки. О, Матерь Божья, Святая Дева Мария, блядь. Как это мне тут пройти-то? Там робот. Робот-работяга. Никола! Подлюби! Главное быть быстрым, резким. Чего вы все такие это замечательные, замечаете меня постоянно, товарищи? Что я сделал только что? Я же отвлечение врагов сделал, да? Давай. Есть подозрительная активность. Да, 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 да. Подозрительная активность. Какого черта? Тут где-то камера? А, ну она выключена. Ну и все. Теперь технично. В том же темпе. Все, будем обратно. Чтоб нас никто не видел. Аккуратненько так. Незаметно. Угу. Максимально без палева. Этим работягам вообще до пизды. Что тут происходит? А вот и дверцы. Это было абсолютно бесшумно. Никто этого не слышал. Идеально. Безупречная работа. Прямо спасибо. Как в кино. 5 с плюсом. Правда, в кино и платят по-другому, но тут уже выбирать не приходится. Заказ за... Да, великолепно. О, нихуя. В смысле, дети в киберпанке? Ебать, тут дети. Охуеть. Я думал, дети только в этом месте. Очень круто получилось все это сделать. Тихо, я там попросил кое-что закинуть для тебя в почтомат. Забери, как будет время. Какие-то ништяки. Ключи от новой машины, наверное, да? Да? Так, а здесь чем занимается данный товарищ? На чем тут пиздят? Оу-оу-оу, в смысле? В смысле, нахуй? Я не смог прострелить данную тему. Не, а как так-то? 70% настоящего мяса с кровью. Бойня, пробуди свои инстинкты. Вот ты и все.
чем-то вот тут занимались. Оружием торговали, да? Все с вами ясно. Пассивная оптика. Умбра. Понятненько. Ничего особо интересного. Давайте сходим до постамата, посмотрим, что нам подкинули. Аниме йоту чай мне подкинули. Я пиздатая машинка. Ну вот это тоже неплохая. Это нечестно. Ну а кто сказал, что тут что-то будет честно вообще? Я буду аккуратно с ней. Тихо, чувак, тихо, не царапай машину. Да куда вы по встречке едете? Так, надо выезжать отсюда, пока не поздно. Какой-то уебищный подъем, конечно. С очень резкими поворотами. Здесь бы у большинства автомобилей не хватало бы радиуса разворота. Так, тут какой-то разбой. Погодите-ка. Это как понимать? Заказ, добро пожаловать в Америку, товарищи. Так, ну надо припарковаться, как минимум. Только вот... Где здесь парковочка? Я, наверное, встану прям... Вот сюда. Красиво так заеду. Опа. Да, бляха, муха. Я просто припарковался аккуратно. Как обычно. Принято. Пиздосье. Ой, бля. Бля. Сейчас собьем. И поправим себе статистику. Так, сейчас они там отвлекутся друг на друга и это. От меня отстанут. Мы пока перезарядимся, но это вообще не полезно. Надо свою машину вызвать. Так, она где-то сзади, где-то снизу она оказалась почему-то. Так, если я туда спрыгну, мне хана. Так, эти типы про меня забыли, да? Значит, надо им напомнить. Себе. Давай, съебывай нахуй отсюда. Типичная полиция в Найт-Сити. Нормально вас тут подраскидали. Четыре тысячи. 4000 это хорошо. Прям вообще нормально. Ну, чую я, скоро заеду к Риперу. Не прокачаюсь. У меня все эти денежки резко исчезнут.
Так, ну еще 2.5. Так, по-моему, мы можем здесь проехать. И мы уже близко. Ладно, я тут машину поставлю, чуваки, только не стреляйте, пожалуйста. Все, спасибо. Ходить-то я могу здесь вообще? Что-то странное. Да в смысле, блядь, странное, я пройти рядом не могу уже, ничего нахуй. Пиздос. Что за награда? Ну что? Так, ладненько, давайте попродаем всякую дичь. Противогаз. Байкерский жилет, нахуй. Джинсы с микропрокладкой. Полицейский костюм химической защиты. Пошел нахуй. Штаны Ви. Композитная оптика. Так, давайте посмотрим. А что, если мы нацепим на тебя, например, такую маску? И вот эти штаны. Ну, мода низшего класса. Это в новую жизнь в новых штанах. Не, в черных все-таки получше будет. Да и маска как хуйня какая-то смотрится. А пизду. Давайте продавать это все. Так, маску продаем. Жилет байкерский продаем. Джинсы с микропрокладкой тоже. Оставляем только наши вещи. Здесь. Хвозавр. Еще один квазавр. Лексингтон. Игла. Ставим только свою. Какой-то дробовик тут. Ну, по сравнению с нашей иглой, он во всем уступает, кроме удобства применения. Пистолет-пулемет. Дянь. Ну, если его сравнивать с Фенриром, то он во многом хуже. Поэтому продаем. Пульсар. Да нахуй. Мне нравится мой набор оружия, который у меня сейчас есть. И я его в целом менять не настроен. Так, вот на этой вот стоит прицел. И этот прицел, я думаю, нам следует... А мусор я могу тебе продать? Да, нормально. Ограбили магазинчик. И у них резко закончились бабки. Что у нас тут? Да иди нахуй, блядь. Ладно, хватит меня. Пройти уже рядом нельзя, я вообще-то с вами работаю вместе. Ой, так. Ух ты! Кто это? Кто это? Что за... Чё за машина приехала? Это моё, что ли? Нормально. А где свет в салоне? Как свет в машине включить? Могу только сигналить. По-моему, на В. О! Да. На В. Хорошо. Ебать, в салоне темно, машины. Так, ну ладно. Нас это особо волновать не должно. Поехали к Риперу. Что могу сказать?
Двигайтесь, товарищи. Дайте проехать. Вылетели на проезжую часть, соблюдая абсолютно ни одного правила движения. Ага. Шли направо. Подрезали кого-то щепуха. Чуть не впентюрились только что. Потому что так и было задумано. Здесь дорога нарисована просто какой-то адской змейкой. Так, тихо, я разворачиваюсь. По карте так и нарисовано. Меня навигатор так повел. Не обессудьте, мой навигатор только учится. Так, ну вот мы почти на месте. Сейчас кучу ништяков всяких поставим, но которые нам, конечно, доступны. Свали нахуй отсюда. Блять, нет, вот только не ты. Ладно, я отвечаю. Хотел встать на парковочное место, но ты мне помешал. Засранец вонючий, анонис чертов. Ладно, погнали. Прокачиваться. Здорово. Как бизнес идет? Да знаешь, не жалуюсь. Корпораты ко мне теперь не лезут. Арасака снова набирает себе наемников. А значит, я тоже без работы не сижу. Повезло тебе с Мисти. И помогает, и нытье твое терпит. Да, что сказать. С аренды я уж точно не прогадал. Да. Вот именно. Думаю, мало кто в Найт-Сити может сказать про себя то же самое. Дожив до моих лет, неизбежно теряешь иллюзии. И жить становится куда проще. Я так, подумываю ладно, поменять давай. Хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. Давай посмотрим. Так. Что это такое? При обезвреживании врага. Итак, акселератор. А восстанавливает 4% запаса здоровья при обезвреживании врага. Дополнительный урон от рикошета, восстановление памяти после обезвреживания врага. Ага. Микророторы повышают скорость атаки в ближнем бою на 13%. Автоматически применяя дозу закрепленного медикамента, когда у вас остается меньше 35% запаса здоровья. Усиливает эффект медикаментов. Микророторы повышают скорость атаки в ближнем бою. Ага. Мгновенно еще 9 единиц в течение 6 секунд. Так. Так, ну вот по-любому вот это поставим. Давай нахуй. А, и все что ли? Больше-то ничего не могу. Блять. Давай вот это еще поставим. Хули нет. Так, денег у нас дохуя пока что. Улучшаем. Это тоже улучшаем. В этот раз я прям основательно прокачиваюсь. Так, улучшаем, пока ничего поставить не можем. Ноги. Это нихуя пока не можем сделать. Это мы можем только улучшить. В скелет тоже ничего не поставить. В руки ничего не поставить. Здесь можем только улучшить. Сука. О, вау. Что это у нас такое тут? Ага. Ага.
Мне вот это нравится. Она увеличивает урон оружия, наносимым врагам, на которых действует блять. Хотя нет, как-то стрёмно. Позволяет отправлять скрипты врагам и устройствам во время сканирования. Замедляет обрушение на 40%. Время работы не позволяет уровню здоровья опуститься ниже 25%, не позволяет пользоваться предметами, не позволяет пользоваться ничем, кроме оружия ближнего боя. Не, ну это жестко. Позволяет отправлять скрипты врагам и устройствам во время сканирования, продлевает действие боевых скриптов на 15%. Бляха. Сука, не знаю. Это просто совсем... простенькая, она позволяет только отправлять скрипты врагам и устройствам время сканирования. Милитех Парлайн. Блять, я не знаю. Не знаю, блять. Давайте эту хуйню поставим. Правильно? Да, давайте. Давай еще улучшим ее. Хорошо. Так, в ноги мы ничего поставить не можем. В руки ничего. Скелет пока ничего. Глаза автоматически подключаются к используемому электромагнитному оружию. Так, это у них у всех по дефолту, да? Во время сканирования подсвечивает камеры и турели в радиусе 20 метров. Эффект сохраняется 6 секунд после сканирования. Ну тут такое. Поэтому просто прокачаем свою. Свою оптику прокачаем. Нихуя, все еще могу прокачиваться. Но не везде. А, то есть тут... Сука, по этим очкам вообще странно работать. То есть ты должен выбирать нахуй, что прокачивать. Ладно. Поторгуем. Покупай, покупай. Чё копай? Так, ну и все, хватит пока что, наверное, да? Мы всего 18 косарей потратили. Еба! Ха-ха. Так. Это что? Она же... А, она на 2 уровня, блин, надо было ее прокачивать. Запрос, перегрев, перезагрузка оптики. Давай пока вставим это все дело. Японский бог. Надо было ее прокачать. Надо было ее прокачать, кибердеку-то нашу. Потому что тут 3 уровень. Мы пока только 2 можем поставить. Сука, блядь. Тут прибу нахуй. Ладно, погнали. Почему вот он мне не посоветовал, что надо так, а не иначе поступить? Ты чего? Тут фонарь. Не только вам! Да, срочно еще маленько вкачаться. Что за второстепенное задание? Давайте съездим, посмотрим. А, нет, стой, стоямба. Чумба. Но гораздо ближе находится, чем кажется. Thank you.
прямо здесь. А, это этот чувак на улице, которого озвучивает какой-то там блогер. Ну, озвучил когда-то. Да. Но вы не властны над своими воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза. Точнее, не только вам. Угу. И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать. Камеры окружают нас везде. Они есть и внутри вас. Наши радости, горести, вся наша жизнь. Спектакль для наблюдателей. Если бы кто реально наблюдал, за мной уже охотились бы все копы и банды Найт-Сити. А если ты лишь пешка в их руках? Вдруг ты невольно исполняешь их приказы? Все? На этом разговор окончен? Ну что они, спросите вы? Кто следит за нами? А я отвечу, это торговцы развлечениями с Альфа Центавра. Угу. Эти гнусные твари превратили наш смех и наши слезы в анестезию для своего угнетенного, страдающего... Мена, пока ты разглагольствуешь тут, мы выберем какое-нибудь другое задание. Так. Кровь и кость. Заказик. А давайте-ка на заказ съездим. Народа! Живой пророк мирового заговора! Прямо как по телеку! Быстрее! Бегом к нему! Я сфоткаю, будто он раскрыл тайны правительства, и его повязали! Откройте разум, пока не стало слишком поздно! Фоткайтесь. Давай. Джессика увидит, сдохнет от зависти! Охренеть! Просто бомба! Я балдею! Так, на сегодня он все получается, да? Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам. Твой разум открыт правде. Да. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Ну, давай. Скромное? Скромное. Это я могу. Только не трать все сразу. Спасибо. На день или два мне этого хватит. Нихуя ты экономный. Так, это все, да? Истина закрыта в радиоволнах, имеющих уши... А это что это у вас? Ваши соски прикрываются неполноценно, девушки. Прошу прощения. Это я прошу прощения. И прическа у вас... Да и трусы не помешало бы носить, на самом деле. Не холодно? Привет. О, этот вообще странно выглядит. Признайся, она доминирует над тобой, да? Ага. Ты даже отвечаешь за него, что? Офигевшая. Если вы будете и дальше, что ты тут делаешь? Срамота. Так, ну ладно, поехали дальше. Нас ждут приключения. А? Я не вижу, куда еду, когда задом сдаю, так что... Налево, направо, чисто. Поехали. Show me the million, I'll be your lonely. Tell me why, tell me please, come on. Hit me, baby, one more time. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Ты чё, нахуй? То, что я еду по встречке, ещё не значит, что ты имеешь право на меня газовать. Ну, давай, объезжай, блин, сейчас опять меня раздавят. Сдай назад, перестройся. Дурак. Что я проебал поворот, еще ничего не значит.
все. Чуть не подрались, представляете, такая напряженная ситуация была. На меня быковал, я на него быковал. Все как в реальной жизни. Максимально реалистичная игра. Так, нам прямо. И вот оно, это место. Что-то тут прям все очень плохо с парковкой. Вот куда я должен машину поставить? Куда? Вот вы мне объясните. Сейчас, подождите, я найду парковочное место, а потом займусь этим делом. Ну вот, придется встать сюда. Вот, прямо вот здесь. Шикарно. Перекрыл пешеходный переход. Нихуя себе, блядь. Чуть-чуть не уебал. Но я уверен, мне это, никто машину не эвакуирует, поэтому все будет хорошо. Это опасный район. Ви, у меня завелись крысы. Вау, я крысы понимаю, у меня проблема завелись. Не новая, только мои крысеныши чуть больше размером и одеты как тигриные когти. Угу. Самая крупная из них некая Такикан Мочи. Сделай одолжение своему фиксеру. Проведи дератизацию. Все данные уже у тебя. Фига охуевшая в своих личных целях, значит. Это самое управляет меня. На самом деле, не совсем правильно так делать. Так, посмотрим, сколько у вас. Раз, два, три. Но если с двух сторон не будут меня окружать. Ты чё, нахуй? Так, подождите-ка. Что-то они прям жесткие какие-то. Он уворачивается, блядь. Он уворачивается, нахуй. Типа я вообще не могу в него попасть. Никак. Воу-воу-воу-воу-воу, блядь. Что-то я это... Даже чутка испугался. Долго тут будет этот шокер, блин, валяться? Так. Очень нет, хорошо. Ты дорого за это заплатишь. Одного когтя меньше. Пиздец. Мне нравится, как ты решаешь вопросы. Хуя себе. Ты, сука. Они очень жесткие были. Ну, по крайней мере, один. Вот этот. Мне нравится, как ты решаешь проблему, блядь. Я типичная женщина. И реши за меня проблему. Какая-то проблема, ни хера не твоего уровня. Так. Все осмотреть. Вдруг что-то... интересное. Забудем. Бля, ну... Это прям было сильно, конечно. Я не ожидал такого сопротивления. Думал, будет типичное задание. Там, придем.
быстренько всех раскидаем, по итогу стреляешь в него. А он не хочет стреляться. Попадаешь мимо него. Это падло уворачивается. Вот так и живем. А, мне для тебя пара новых заказов, и если справишься, то твое имя услышат все, кто хоть что-то значит в этом городе. Превосходное. Не, ну раз у меня осталось так много баблишка, я бы купил какую-нибудь пиздатую тачку. Денежку мы один хуй накопим в любом случае. Вот, а машинка, она же одна и навсегда. Так. Чё-то я потерял этот место. А вот, терминал автофиксера. Свет включим. Без света ездить нельзя, разумеется. Перестроиться левее. Едем прямо. И нам налево. Прям. Тихо. Так. Не хватало мне еще погони. Я хочу просто приехать и спокойно купить машину. Вот так вот. Эй, так, посмотрим, что у нас тут есть. Арчер недоступно. Шевелло недоступно. Квадро недоступно. 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 А вопрос, почему, блядь? Мотоциклы недоступны, РР недоступно. Мне доступно, зато Махир. Рейфилд недоступно. Вильфорд. Тут тоже микроавтобус только доступен. Почему так? Почему? Вот в идеале бы... В идеале бы... Type 66 Хавелина. Прям очень нравится этот аппарат. Я думаю, что у меня даже денег на нее уже хватает. Поднимите уровень репутации, чтобы открыть. Да, блять, я и так уже весь город с ног на голову перевернул. Репутация. Хуяться опять. Че, машина моя понравилась? Катать не буду тебя. От мигрени, а? От мигрени? У меня... Сейчас, подожди. Я посмотрю. Так, что-нибудь от мигрени. Что у нас есть? Мясное наслаждение. Данахис. Витас. Я думаю, что... А я не могу тебе нихуя отдать. Понимаешь? Я не могу его взять и выкинуть. Даже если бы было, я бы не мог тебе дать. Сорян. Да, поэтому... Прости, прощай. Лихим словом не поминай. Все. Поехали. И далее я их как стоячих обогнал. Прям на раз-два. Так, что у нас тут еще имеется? Ладно, сгоняю туда. Все-таки. В кулачном бою я вообще никак не умею нормально развлекаться, но постараюсь попробовать. Нет, типа в рукопашке-то я нормально. Еще в Dead Island 2 научился. В целом. И в общем и целом. Но вот как с этими ребятами у меня дела пойдут. Даже представить не могу. Так, а что меня машина привела как-то странно? Пиздуй по крышам. Где? Яра!
знать. А, ну так и есть, что ли? Бойня! Врут! Отдайся инстинктам! Ты чё, блин? Мистер Гарчик, всю как ночь. Вот, прыгай. Каждую ночь. Твёрдое тело. Так. Так, мы почти пришли на это задание. Ну, а что было дальше, вы узнаете в следующем выпуске. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока.